Всем здорово, пацаны. Перед данным просмотром я бы хотел бы сказать то, что давайте наберем 5 лайков, да, вот именно вот 5 вот таких вот тут вкусненьких лайков. Если набирается 5 лайков, то тогда я школа рубрику эту буду продолжать в том же духе. Конечно, больше будет серий, больше позитива, всякое такое, плюшек, няшек и так далее. Также не забываем подписываться на нашу группу ВКонтакте, потому что она стала реально развиваться и всякое такое. В общем, советую подписаться на нашу группу, подписаться на наш канал. И приятного просмотра. Я действительно старался в последнее время что-то заснять, что-то сделать. И надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья, нам весело живется. Алло. Алло, привет, пацаны. Привет. Как ваши дела? Нормально, а тебя как зовут? Меня зовут Шмель, постоянно меня так называют. Понятно, тебе 15 лет, понятно. Да, это я тебе писал, типа мне 15 там лет, все дела. Да. Ну все понятно. Я просто приболел, извини. Да не, все нормально. Я тоже иногда болею там. Друзья меня, конечно, обзывают, ты что, дебил, опять мороженое ел. Ну, все нормально. Понятно. Я погляжу, ты мощный VIP, кстати. Да, не сказал бы, что мощный. С пару ударов меня сразу слили. Хотя я кричал за пельмени, я думал, мне это чем-нибудь поможет. Какая девушка ходит? Смотри, какая девушка. Девушка красавица, что тебе сегодня нравится? Давай мочи их, давай говори за пельмени. Говори за пельмени, у меня пол хп, говорю, тише. Говори за пельмени, пацаны, за пельмени, главное пельмени. Блин, а пельмени ее. Блин, ну значит ты проиграешь. Я вот покушал пельмени, я сейчас тащить всех буду тут. Тоже да, любишь пельмени? Да вообще каждый день ем. А ты играл в такую игру Five Nights at Freddy's? А, это типа где динозавры там или игрушки, я не помню точно. Да. Они там Чика, Фредди, Гоблин. Да, гоблины там какие-то еще шоколадные. Ну. А вы, кстати, вообще как в PvP это? Нормально? Я-то да. Я вообще фигово, если честно. Я с лука намного лучше стреляю. Мой мне друг тоже. Добавил. Чё за собака? Алло, друг. Сам Ванька, короче. Алло, Артём. А чё? Привет, я, короче, тут с випом познакомился, его зовут Шмель. Познакомься. Да погоди, мы сейчас на боссе там, потом бью за него. А, ну окей, давай. Давай, братишка. Дю! Мне не нравится эта игра. Да, она вообще офигенная, особенно если ты умеешь кровати. Ты завис? Что? Ты подвис, ты у меня на месте стоял, разворачивайся, и тебе там стрела прилетает, короче.